Раунд начался. Сейчас я... Саня, слушай, в натуре у меня 600-й ранг, мне ж бабла уже не дают. Ядрит, колотит, Санёк. Ты как всегда выручил. Слушай, а может быть давай сейчас я что-нибудь такое адское, сейчас я возьму, например, я же все давно хотел, я же еще ни разу не стрелял из автомосин. Может быть это? Того самого согрешить? Ядрит, колотить. Согрешить, как думаешь? Ты ни разу не стрелял с автомосин? Нет, это мой грех, святой отец. Можно я исправлюсь? Я так хочу пострелять из нее. Просто я терпел. У меня она была достигнута, но я терпел. Вы воздерживались, да? Воздержался, да. Да. Так, слушай, а с чем же ее взять? Так же и с этим шотганом оставить? Нет, нет. Ее с апперкотом обязательно бери, с учетом того, что ее сейчас понерфили, у нее огромнейшая отдача. Ты вообще ни в кого не попадешь, но это не важно, ты не должен был это знать. Да, я это, кстати, понял. Я не успел пострелять из нее шотганной, и вот такой вот уже ухудшенный я должен сказать. Слушай, а у меня есть... И патроны ты сможешь, по-моему, взять только с этого, с хантов теперь на нее. Вот в чем проблема. А патроны у нее улетают за секунду. А ты... может быть я тогда возьму chain pistol, и у вот. Меня же есть фэннинг. Вот к этому я и веду, что возьми себе альтернативное оружие, на которое ты можешь положиться, в котором ты будешь уверен. Поэтому пусть это... Не знаю. Решай сам. Ладно, я пожалуй так поступлю. Надо же попробовать из нее пострелять. Ну конечно. У меня будет пистолет с фэннингом. Да, все, я готов. Но у тебя будет очень мало патронов, ты это понимаешь. Да, я буду очень экономить. Буду экономить, наверное. А твоя ближняя дистанция? То есть даже на средней с автомосинки уже бесполезно стрелять? Точно, да, тут же реально. А у нее же один бёрст, вот это вот, очередь, да? У нее же один очередь. Одна очередь, это все равно, вот ты один раз кликнул, и там сразу гурьба патронов полетела, нет, да? Там, там, по-моему, 3 или 4 патрона вылетает за один клик. То есть он вот так стреляет. Просто расточительная вещь, как бы. Ну ладно, раз не надо, то я то обнулю потом ханта, вот потом бегать с этим, с шотганом. Не, ну когда-то же надо начинать, как бы, не отыгрывать. Так, Макс, я пойду перекурю. Да, а я хлебну водички на всякий случай. Добро.
Жуть какая, да, просто страшно смотреть. Блин, Макс, я должен признаться. Не надо, а то вдруг тебе потом придется меня убить. Я ввел тебя в блуд. Да? Да. Короче, патроны ты можешь брать с красных ящиков. Поэтому лучше было взять апперкот. А, да не, я все равно, я не научился. Бог с ним. А, он берется не для того, чтобы стрелять, он берется для еще 10 патронов для мощники, автомощники. Я понял. Да. Ну, если удастся выжить, то тогда мы это попробуем. Ну да. Да, слушай, да. Это такая хреновая.